Всем привет! Сегодня мы рассмотрим альтернативную схему соединения Калининского и Солнцевского радиусов. Как пишет автор, это самая гениальная идея, которую когда-либо мы видели. Но сразу же есть куча вопросов и минусов. Начнем, наверное, с Филевской линии. Она обозначена голубым цветом, как, в общем-то, и есть сейчас. Она заканчивается на Киевской. Вы серьезно хотите еще больше перегрузить кольцевую линию или Арбатско-Покровскую линию, которая будет с увеличенными интервалами, потому что здесь показано именно вилочное движение, как оно сейчас есть на Филевской линии. А пассажиропоток будет очень большой, потому что отсоединяется не только от станции Кунцевская до станции Киевская, но и вообще весь запад АПЛ, что уже очень много людей, которые будут пересаживаться на загруженную Арбатско-Покровскую линию, на загруженную кольцевую линию. Но, возможно, большая кольцевая линия что-то возьмет. Но это очень навредно. Потом нужно будет строить все равно от Александровского сада до станции Третьяковская перегон. Да и к тому же Филевская линия, она рассчитана под шестивагонные составы. А на Солнцевской и на Арбатско-Покровской линии будет 8-вагонные составы. И они просто-напросто не уместятся на Александровский сад, Смоленскую. К тому же один из комментаторов написал, что придется делать большой крюк при подводе к Третьяковской и прижаться к самой Кремлевской стене. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.